Всем привет, ребята! Меня зовут Сеня, и сегодня я расскажу про мои новые игрушки! Роботы какие-то. Сеня, это какая-то? Посмотри, коробка мы с тобой открыли. Да. Ну давай открывай, будем смотреть, что там. Да. Тут пакетик у нас. Еще один пакетик, даже не один, тут еще какая-то, что это такое, кнопка какая-то. Кнопка? Давай, наверное, пакетики открывать, надо посмотреть. А, слушай, вот здесь целый список роботов, которые нам могут попасться, да? Да. В этой игре, посмотри. Сейчас соберем и узнаем. Раз. Два. Так. Наверное, из какого-то пакетика есть человечек и еще одна нога. Ну что, получился у нас робот? Да. Осталось нам только его... Как это называется? Водителя найти? Да. Где он спрятался? Вот. Вот наш робот. Должен быть там еще водитель. Человечек. Я во всех пакетиках вроде... Пакетиках мы с тобой не нашли. Мне кажется, он где-то прячется вот здесь. Не просто же так здесь эта кнопка находится. Да. Да? Давай посмотрим. Так. Посмотрим. В другую сторону. О, катапульта. Капсула вылетела. Мне кажется, там какой-то. Там и желе, и человечек. Ого, прикольно. О-о-о. Прикольно. Вылази. Ой. Вот у нас вот такой вот робот получился. Ну как, тебе понравилась эта игрушка? Да. Время доставать новую игрушку. Смотри, какую я тебе купила. Автосити. Посмотри, здесь целая стоянка. Мойка есть. Есть лифт. Есть два съезда вот таких крутых. И две машинки в комплекте. Будем собирать? Да. Давай. Не автомобиль сети, а целый гараж. Да? Наклейки. Угу. Ой, буду уже собирать. О, ну что у нас получилось? Да. Осталось нам с тобой только украсить ее наклейками? Да. Я поймаю полицейский. Я поймаю. Так, ну что, ждешь следующую игрушку? Да.
знаешь, какую я тебе купила? Нашу любимую с тобой. Плей-До. Что мы с тобой только из него уже не лепили, да, Сень? Да. А это что у нас? Такого набора у нас с тобой еще не было. Да. Здесь какие-то сэндвичи можно делать. Бекон. Бекон? Ну что, достаем? Да. Давай. Смотри, тут есть карточка с инструкцией, как тут и что делать. Давай пробовать. Кто-то обед заказывал. Булочка готова. Сейчас. Слушай, мне кажется, это не булочка. Мне кажется, это котлетка. Да, сейчас делать. А что ты сейчас делаешь? Я сырок для нашего бургера делаю. Давай. Готов. Листья салата сделаем? Да. Давай. Да, не хватает здесь у нас листочков салатика. Угу. И вставлю. Салат готов. У нас настоящий бургер получился. Точно. Так, что нам еще здесь не хватает? Нам еще не хватает горчицы. Так. Так, что ты на наш бутерброд еще решил сделать? Помидорку. Точно, нам не хватает здесь помидорки. Я уже красиво достал. Слушай, как красиво получается. Да. Сень. Мне понравился сыр, прям как да? Настоящий. Да, классный. Помидорка готова. Положим. И у нас, если сделать светлые еще булочки, получится настоящий бургер. Пора добавить горчицы. Горчица у нас готова. И сейчас будем наливать. Так, смотри, еще какую я тебе игрушку приготовила. Это музыкальная рыбалка «Три кота». Попробуем? Мне кажется, она интересная. Здесь надо играть вдвоем. Здесь принцип такой, кто больше выловит рыбы. Открываем. Сеня, здесь оказывается 4 удочки в комплекте. Да. То есть можно играть вчетвером в эту игру. Да. Давай, открывай. Вот она наша игра. Так, попробуй включи. Нужны нам батарейки здесь? Да, нужны. Так, давай ставить батарейки. Ну что, пробуем включать? Да. Давай. Я готов ловить рыбок. Давай, будем пробовать. Включай. Не так это и просто, да, Сень? Поймали. Давай. О, вторая. Смотри, тебе 2 оранжевые попались. Да, одинаковые. Я потому что люблю оранжевый цвет. Ну там, кстати, еще красненького чуть-чуть.
Сейчас еще одну поймаю. О, третья. Ну как вам мои игрушки, которые я вам сегодня показал? Мне они понравились. До новых встреч. Встретимся на Мава Киа Раша. Пока-пока.